Пам'ятки, які не варто зберігати. Таких у нашому місті чимало. Можна було б сперечатися про цінність спадку останніх років радянщини, але, вочевидь, вони нікому не потрібні, інакше їх доглядали б. У Чечелівському районі на проспекті Пушкіна є давно занедбаний пантеон дошок пошани. Це доволі велика, як для червоного куточка, площина, скоріше міні-сквер. Все засмічене, пошарпане, обдерте і поросле бур'яном. Ошатне колись місце виглядає геть непривабливо. Поблизу розташовані одразу кілька навчальних закладів, з яких приходять сюди перекурити учні та студенти. Чи варто зберігати таку спадщину в районі і які варіанти натомість мають мешканці? Розпитала Анна Радківська. Нормально, але можна було б немного поухаживати. Ну, лучше, щоб почистили. Тут мусорят каждый второй. Место неухоженное, вообще его облюбовали. Вот студенты напротив, вот для курения. Тут постоянно мастера бегают с училища, гоняют, чтобы они тут не мусорили и вели себя хотя бы прилично. Мы тут работаем рядом, поэтому это проблемное место. Обновить бы его хотелось бы. Почистить, облагородить, я знаю, конечно, можно что-то. Доска пошана, она как-то уже не актуальна. Потому что она уже постарела, как бы уже попортилась, а хочешь, чтобы было чисто, красиво, как бы здесь. Просто ее привести в порядок и все, не надо ничего тут менять. Хотелось бы, чтобы на этом месте был какой-то окультуренный сквер. С лавочками, может, с фонтанчиком. Вот, хотелось бы больше зелени. Хотя бы какие-то деревья посадили, цветы какие-то посадили, чтобы, ну, красивое было, чтобы город цвел. Хочется. Площадку, клумбу, было бы приятно пройтись с детьми. Детская площадка, кстати, там запрещено курить, да, было бы хорошо. Чтобы молодь сбиралась тут всех несево и проводила свой час. Ни по тех, ни подъездах, ни в дворах, а тут у них было место на проспекте для розваг, для своїх молодіжних.